В Старом Осколе практически завершена реконструкция городских дорог. По объему за последние несколько лет она стала одной из самых масштабных. Капитально отремонтировано без малого 14 километров. Новые дороги и благоустраивают по-новому. Заменяют асфальтобетонные лежачие полицейские на резинокордовые. Их плюсы – полное соответствие ГОСТам, повышенная износостойкость и простота в установке. Такие лежачие полицейские появятся сразу на 9 дорожных участках. По-новому мы наносим в этом году и дорожную разметку. Дорожная разметка у нас состоит из термопластика. Термопластик, он намного долговечнее, чем обычная краска. Будут установлены у нас новые остановочные навесы. На этой неделе мы приступим к монтажу. Вот. Ну, их будет у нас 16. Подобные нововведения решено и впредь применять на староскольских дорогах. Планируется, что на следующий год объем ремонтных работ в округе уменьшен не будет.